Воспоминания и вспоминания – это разные процессы. Воспоминания – это то, что у нас остается в памяти. Вспоминания – это когда мы что-то достаем из памяти. И самое время напомнить, что в иврите – это разные глаголы, как и в русском языке. Вспомнить и помнить. От слова «вспомнить» мы получаем слово «вспоминание». На иврите «лизахер» – это «вспомнить», «вспоминать». А сам процесс вспоминания – это уже будет «изахрут». И если мы хотим сказать «вспоминание», то мы обращаемся к глаголу «лискор» – «помнить» или «запомнить». И от него мы получаем уже слово «зикарон». Да, «зикарон» – это очень распространенное слово этой памяти, воспоминания. Кстати, во множественном числе «зихронот». И самое время напомнить о том, что глагол «напомнить» на иврите – это уже «легаскир», который переводится не только как «напоминать» или «напомнить», но также и упоминать кого-то где-то в каком-то тексте и так далее. Ну и само слово «напоминание» на иврите «тискорет». Важное напоминание. «Тискорет хашува». На этом все. Помните эти глаголы, разницу между ними, эти слова. Подписывайтесь на мой открытый канал «Иврит с Тимуром» в Телеграме и делитесь этим роликом с тем, кому надо вспомнить несколько слов.